Немцы! Каратели! Спокойно! Рыбак! Костяной Костянов! Прикройте! Остальные в лес! Слава! В лес! Слава! Детей на руки! Патроны! Партизаны! Партизаны! Привал. Сейчас, сейчас, миленький, сейчас попьешь и поешь. Сейчас. Гронский. Чего? Давай. Чего давай? Чего? Что есть, то и давай. Рубали называется. А где сани? На шоссейку надо идти, тогда и подрубаем. На шоссейку. Харчи в другом месте добывать надо. Вот ты и добудешь. А нам придется задержаться здесь. Кульгаев хутор знаешь? Кульгаев? Ну, знаю. Так у него там баба. Ну ты, трепись. Мотайся туда по-быстрому. Это мы. Здесь семейный лагерь Дубового. Так мы что, не к самому Дубовому? А раненых куда? Детей? Семьи надо доставить в сохранности. А без харчей сам знаешь. А Дубового еще далеко. Иди, иди. А муж кабанчика добудешь? Сразу всех накормим? Собирайся быстрее. Один, что ли?
Зачем напарника возьмешь? Вдовцов. Да какой из меня помощник? Ах, да. Матюшенко. Тебя зовут. Ну? Что у тебя там? Так затвор же заедает. Хотя я могу, как прикажете. Нет, чини, чтоб к утру стрелял. Ладно. А у тебя затвор в порядке, артиллерия? В порядке. Коля! Зёсе привет! Возьми, снег перебивает. Черт, приложится. Хоть разорвись. И остался бы другой, кто пошел. Кто? Каких-то обозников последние патроны ухлопать. Ну ничего, у Дубового разживемся. А ты здорово стреляешь, глаз хороший. Че, правда, из артиллерии? Правда. Кадровый, значит? Не совсем. Это как? Математику преподавал. Учительский. В Витебске закончил. Математику? Это хорошо. Ты след в след иди. Все легче будет. Давно я к ней собирался. Кому? А к Зоське. Зоська там у меня. Огонь, девка. Хотя еще и девки на уме. А че ж, подрубать бы вот только. Да нет, ты не думай. Зоська и старики ее, они мне как родные. Я у них при немцах раненый валялся. Ты тоже из окружения? Ну, сберегли, не выдали. А ведь знали, кого укрывает, как-никак ротный старшина. Кадровый. Кульгай вот на прощание в полушубок свой подарил. И партизаны как сына родного проводили. Что ты? Без обид каких. Хотя знали, что сошлись мы с Зосей. Знаешь, ведь она сама. Я и не думал. Сплю, и уж под утро слышу дыхание рядом. Как жаром обдало. Е-мое, женился бы сходу, если б не война. Далеко еще? Подходим уже. Ну вот, глядишь за разговором, и путь короче. Не знаю, как ты, а я терпеть не могу этих одиночных заданий, даже самых легких. По мне хоть 100 раз в атаку, но в строю. А ночь, лес, а он, знаешь, давит. Может, те...
Может, они уйти успели. Вот что. Топай назад, а я подскочу в лисины. Тут пара километров. Не возвращаться же с пустыми руками. Какого черта? Сказал же, один подскочу. Околеешь без шапки ты. Шапки в лесу не растут. В деревне вон у каждого мужика шапка. Значит, с мужика снимать, по-твоему? Зачем снимать-то? Всегда можно по-хорошему договориться. Уметь надо. На вот, все теплее будет. Не надо. Брось ты, не ломайся. Но знаешь, как греет. Хочешь? Спасибо, что не ушел. Вдвоем-то. Ладно, двинули. Где эта чертова деревня? Староста. Ну? Так. Кто еще в хате? Одни мы, одни. Немцы в деревне есть? Да какие немцы? Полицай один, и тот в местечко подался. Корова есть? Есть. Пока. Может, поели что с дороги? У меня бульбочка горяченькая есть. Ладно, только скоро. Значит, немцам служишь. И много платят? Не спрашивал. И не получал. Да старик Цыть. Он. По глупости по своей. Молчи. Шапку сними. Сын? Сын, сын. Толик наш. Ты тоже в полиции? Да не гневи Бога, сынок. На фронте он. Не знаем, жив ли, нет.
Да. Опозорил ты сына. Продался. А ну, положь свою Библию. Ну! Уцепился. Пошли. Сынок, сыночек. Молчи. Шевелись. Сыночек. Подожди. Не надо. Пожалей ты его, дурака. Ой, сынок, да что же это? Он же его застрелит. Раньше надо было думать. Ой, да разве ему хочется немецким халуем быть? Каждый божий день грозятся, кричат, наганом в лоб тычут. Сынок, пусти меня, дай взглянуть, что с ним, сыночек. Ой, сынок, да ты что? Что с тобой? Ничего. Да ты больной. Ничего. В жару. Там вас ой. Товарищ зовет. Ой. Да он хворый. На к тебе малинки сухой. Заваришь где? Попьешь. Не ты... надо. Почему? А ты иди и прикрой дверь. Что? Отпускаешь? А, черт с ним. Сегодня я не помощник. Какого черта тогда пошел? Ты уже спрашивал. Спрашивал. Те двое отказались, а ты... Кончай, кончай, ну! Ты это... Не приметил? Мы правильно идем? Вроде правильно. Да. Скорей!
живым хотите взять? Сейчас. Черт. Чё ты? Помогай! Thank you.
Ну, куда теперь податься? Посиди, а я гляну. Слушал, вроде никого. Сотников, ты чё? Понимаешь, может, я заведу тебя. Погреемся. А потом... Ладно. Я останусь. Да. Ты знаешь, так будет лучше. А мне ж надо. Ребята ждут. Примерзла. Ничего. Ничего, браток. Я договорюсь. Потом переправим тебя. Емельяна молотит, на хлеб зарабатывает.
Понятно. Немцев у вас в деревне нет? Нет. Один раз приезжали, Пуцин, Корибову забрали. На машине увезли. Ты как говоришь, мать-то зовут? Демчихой. А, отец, значит, Демьян, так? Ну. А еще мамку Евгений зовут. Дядя, а вы тоже партизан? А тебе зачем знать, пацанка еще? Скажи-ка лучше, спасибо. Водички тепленькой не найдется? Есть, в казанке. Дай немного. Может, и покормить? Чем найдешь, хозяюшка? Мамка бульбу варила. А хлеба что, нет? Так Леня вчера все съел. Так вот, угощайся. Спасибо. Потерпи. Вот. Кш! А ну, брысь! Это ж мамка. Мамка, а у нас партизаны. Здравствуй, хозяюшка. Значит, да вот, тебя ждем. Зачем ты вам понадобилась? Хлеба нет, сала нет. Валь, возьми Катьку. Может, яиц нести некому? Зря ты так, тетка. Ну, к тебе по-хорошему, а ты ругаться. Да я себе ругалась, ноги бы вашей здесь не было. Галя, возьми Катьку, сказала, Катька, побью. Давно Демку-то видала. А вы откуда знаете про Демку? Да знаем. Ранили его, тезка. Застряла там. Доставать придется. Ладно, ты же не достанешь. Под лисинами, говорят, всю ночь бахали. Немца одного, говорят, подстрелили. Кто говорит-то? Бабы, говорят. Ну, если бабы, бабы все знают. Едь отсюда. Ладно, тут вроде все. А вот что дальше? Вот в чем загвоздка-то. А я откуда знаю, что у вас дальше? Ты понимаешь, идти-то он не может. Факт. Сюда же пришли. Кончай, рыбак. Пошли. Немцы. Сюда идут. На чердак! На чердак! На чердак! Прошу! На чердак! На чердак! Привет, Фрава. Как жизнь?
Чужих не видала? У меня и делов, что чужих высматривает. Видала или нет? Нет. Зови гостей в хату. Пусть вас на кладбище зовут таких гостей. Чего-чего? Смотри, схлопочешь у меня. Поторапливайся давай, что стало? Видишь, намерзлись. И закусь гони. Из кошки, что ли? Кто подсынка забрал? Харя твоя бесстыжая. Ты гнида красноармейская. Зараза! Халуй немецкий! Пала. И стаканы. Быстро! Бите, прошу, хату. Живо! Партизанин! Партизанин! Значит, не видно! Да говорю же вам! Нет там никого! А ну вас эту гранатой люблю! Кошка! Где лестница? Кошка простужена! Лестница где? Нету и не было никогда! Сука! Комка, айка, ко мне в плечи! А, не хочешь? Иди сюда! Най-най-най-най-най! Сюда иди! Держись вот так здесь, да! Крепче стой. Так. Падла. Страховала где-то. На, мистер Еванд. А ну дай автомат. Сисану разочек. Ну жри, что ж он? Попались, голубчики? Ну-ка, руки кверху! Живо! Руки, руки, ну! Эфир! Вот они. Эти. Ну, руки кому сказал? Мамка! Мамка! Деточки мои! Деточки мои, залочки! Прима! Деточки! Деточки! Стась! Заткни свое крыло! Скажи им, чтобы отпустили! Я тебя найду, мам, бессин! Стась! На кого же я детей-то оставлю? Отпусти ее! Женщина ни при чем! А ты еще краснопузый! Ах, гад! Лежачего бьешь! За проданец! Блин, давай, я торможу немножко. Меншинскиндер, ты бист я ох ein Schweiger vor dem Herrn. Ганс, дай-ка прикурить. Эклик, das alles zu beobachten. Mensch, hör auf mit deinem Gequatsche. Ach, und geht's voran. Und bald sind wir zu Hause, mein lieber Junge. Kannst du nicht mal schweigen? Menschenskinder, die haben aber Gefühl. Partner bei mir. Ei, da, rei, da, rei, da, rei.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А ты давай погоняй живей, ведешься как муха. А то как же? Принимайте кроликов. Где взяли? Вы домчихи. Думала, не найдем. Нашла дурных. Ну спроси там, куда их? Ну ты, полушубок, вываливай! Алло, алло, насчет полушубка моя очередь. Шоу. Ну, как не до партизанской. Ну, вставай. Я еще кому глаз. И ты, комиссарчик. Шла. Ах ты, Тимур, ах! Ах! Ах ты, выродок, красноармейский! Ах! Ну-ка, подсобни. Ты кто?
Заманев. Слушай, почему опять грубость? Эдуард. Почему на пол? Эдуард. Разве вас так инструктировали? Эдуард, ты... Вы что-то сказали? Развязать. Давай. Ну, познакомимся. Я Портнов. Следователь полиции. Моя фамилия вам ничего не скажет. А все-таки? Ну, Иванов, допустим. Не возражаю, пусть будет Иванов. Из какого отряда? Не надо этого. Я ничего не скажу. Не скажете? Нет. Какое имели задание? Куда шли? Как давно агентом у вас эта женщина? Да никакой она не агент. Мы случайно. И к Лесиновскому старости тоже зашли случайно? Да, случайно. Не оригинально. С нами поступай, как хочешь, и женщину не трогай. У нее трое детей. Я и знать не знал, что там дети. А ранена где? В лесу 2 дня назад. Не в лесу, а на большаке этой ночью. Видите? Знаем про вас достаточно, чтобы расстрелять. Я вижу, вы даже готовы к этому. Но дети... Дети. Доказать невиновность их матери невозможно. Вы найдены в ее доме с оружием, а ведь идет война. Вы совершили ошибку. Знаю. Ну так исправляйте ее. Где отряд, ваши связные, явки? Хотите спасти женщину, не потратившись? Не выйдет. Вам придется обременить свою совесть. Теперь так или иначе придется. Выхода-то нет. Нет. Я не предам. Не предам. Есть вещи поважнее собственной шкуры. Где они? Ну что это? Из чего он состоит? Это чушь. Мы же конечны. Со смертью для нас кончается все, вся жизнь, мы сами, весь мир. Не стоит. Ради чего? Пример для потомков. Но героической смерти у вас тоже не будет. Вы не умрете. Вы сдохнете, как предатель. Не выдашь ты, кто-нибудь другой выдаст, а спишем все на тебя. Ясно? Мразь. Мразь. Человеческая. Гаманюк.
Слушаю. Попроси у шефа... Рыжего? Да. Ай, момент. Вот сейчас вы увидите, что такое мразь на самом деле. Не удивляйтесь, это буду не я, а вы сами. Вы обнаружите в себе такое, кому в голову не приходило. Куда денется ваша непреклонность, фанатический блеск глаз? В них откроется и все вытеснит страх. Да-да. Страх потерять эту самую шкуру. И вы наконец-то станете самим собой. Простым человеческим ничтожеством, начиненным обыкновенным дерьмом. Из высоких слов и прочей вашей фанаберии. Вот так. Вот где истина. Вот почему вы не оскорбили меня. Нет. Я знаю, что такое человек на самом деле. И вы узнаете тоже. Слушай, а кем ты был до войны? Zu mir. Ja, mit Portnoff ist heute wohl nicht das Beste los. Das wird wohl nicht hinhauen. Oh, das will ich gar nicht sagen. Mit Hilfe dieser Jungs wird schon irgendwie hinhauen. Приступайте. Нести. Вы напарник, кто он? Как фамилия? Так это... Ну не лгать, не лгать! Не знаю правды. Я ж в этом отряде недавно. Какие связи с Окунем Евгением? Демчикой, что ли? Да. Никаких. Жить хочешь? Конечно. Кто жить-то не хочет?
Так. Садись. Фамилия? Рыбак. Под рождение? 916. Глаза, в глаза! Где родился? Под Гомелем. Куда шли? Так за продуктами. На хутор шли. А хутор оказался спален. Какой хутор? Так этот, Кульгаев или как? Ну, как оказались в Люсинах? Обыкновенно. Шли ночью. Ну, изобрели к старости. Значит, шли к старости? Да нет же, почему? Я же сказал, шли на хутор. Кто командир банды? Так этот, Дубовой. Где отряд? В лесу где? В каком? В Барковском. Сколько человек в отряде? Около 500. Врешь. По нашим сведениям, у Дубового больше. Конечно же, было больше. Сейчас же карателей нагнали, приходится маневрировать, бои, потери. А, прижучили вас, то ли будет. Значит, шли в Лисины. Да почему ж, я же сказал, шли на хутор, а хутор спален. А, ну да, а Кульга и Кульгалята расстреляны. Значит, родом ты из Могилева. Могилева? Из Могилева или из-под Гомеля? Из Гомеля, из Гомеля. Фамилия? Чья? Твоя! Рыбак! Кто ночью стрелял, ты или он? Значит, он. Да? Как его фамилия? Не знаю. Нет. Ну а староста этот, говоришь, Сыч, так он у вас числится. Какой Сыч? Какой Сыч? Я ничего не говорил! Я не знаю никакого Сыча! Хорошо, хорошо. Хорошо. Ты, я вижу, парень с головой. Возможно, мы сохраним тебе жизнь. Что, не веришь? А мы можем. Не наврешь? Вступишь в полицию. Будешь служить Великой Германии. Я? Да. Ты? Ах, ты! Нет, ты можешь сразу не отвечать. Иди, подумай. Так как говоришь его фамилия? Гаманюк! Слушай. Ну? Не знаю. Нет. Молодец. В подвал его. Так это, рыжий, да? Ты что, оглох? Иволь. Староста ко мне. Слушай, биты прошу. Отдыхай, голуба. Сволота. Что это? Меняет? Ничего. Ничего.
слушай меня. Главное, одинаково говорить. Значит так, шли за продуктами, хутор спален, притопали в лисины, понял? Это бессмысленно. Брось, не дури, слушай дальше. Мы из отряда Дубового, отряд в Барковском лесу. Да кто же этого не знает? Пусть попробует сунуться, там же целая армия, дадут прикурить. Слушай, надо же что-то придумать. Подохнуть легче всего, надо выкручиваться. Ничего не выйдет. Их надо поводить, как щуку на удочке. Перетянешь, порвешь, все пропало. Прикинуться смирно. Мне вон уж в полицию предложили. Чего ты так смотришь? Я же говорю, прикинуться. Коль. Да я ж тоже не лыком шит. Да ты что? Мы же солдаты. Солдаты. Не лезь в дерьмо. Не отмоешься. Значит, яму червей кормить. Так! Это не самое страшное. Нет, сейчас не об этом. Теперь я знаю. Знаю. Главное, по совести, самим собой. Так, дурак. Дурак ты, Сотников. Еще институт кончил. Я жить хочу. Жить! Чтоб бить их, гадов! Понял? Солдат я, а ты труп. В тебе только одно упрямство осталось. Какие-то принципы. Тогда живи. Без совести можно. Ты мне о совести. А кто эту женщину? Меня, здорового, с руками, ногами сюда укатал. Ты совестливый. А на чердаке чё ж ты раненый, больной, первым руки-то не поднял? А? Совесть не позволила. Рыбак поднял и тебя спас. Коля. И деревню от огня уберег. Моя совесть думает. Да что? А твоя? Да что? Дело надо делать. Он совесть. Совесть. Ну неужели ни на что не надеешься? Врешь. Надеешься. Как и там, в поле, надеялся. Коля. И ведь пронесло. Точно пронесло. Выдержать надо. В полицию пойдешь? Ну, тогда не суетись. Ты знаешь, кто ты? Коля. В яму. Меня за собой. Коля. За компанию. Одному страшно. Коля. Врешь. Сука! Страшно! Ах ты! Сотников! Что ты глаза-то закрыл? Thank you.
Слышь, водички бы. Тебе, я вижу, больше повезло. Мое, все впереди. Ясное дело, что впереди. Так не оставят. Вот вода. И чтоб к утру свой бандит был как штык. Понял? А утром что? Ты кто? Бойся. Не мерил ли сапожника дочка? Ага. А чего им надо от тебя? Чтоб сказала, у кого пряталась. Но ты ведь не сказала? Не бойся, не бойся. Иди сюда. Иди. Ну-ка, двигай! Тварь! Ты толкаешь, тут же мужчины! Черт тебя не возьмет, до утра перебудешь! А утром что? А утром гроз алес капут. Тверстый! А ты еще грозишься, выродок проклятый! Мало ты отсидел за поножовщину! Тебя нужно было на всю жизнь засадить, гада такого! А еще Демка мой заступался за него в суде, дурак! Деточки мои золотенькие! Как же вы одни без меня, голодные? Ничего, может, тебе обойдется. Обойдется, как же? Он лютует-то как. Немец, которого ночью подстрелили, сдох, говорят. Чтобы всем передохнуть, годовью проклятую. Вот оно что. Ну, Павло-то, надо ж, следователь. Кто мог подумать, Иуда какая? Это Портнов, что ли? Ну? Он же наш, хуторский. А кто же его не знает? Он еще до войны по деревням ездил, лекции все читал. Да складно так. А вы еще кавалером помню. А уж как из Витебска из института приехал, такой важный стал. Института? Ну? Он же у нас завклубом работал. И хор. Павел Гаврилович у нас хором руководил. Я там две песни запевала. «Звейтесь кострами» и «Вечерний звон». И он? Он тебя допрашивал? Тоже в Витебске учился. Мы уже встречались. Однокашник, вот туда сюда, а? Не надо, не вспоминай. Тот он все про тебя допытывал. Кто да кто? Не надо, не вспоминай. Так вам удобнее. Ах, шкуры продажные. Будем помнить. На том свете будем. Да просто... Да
Так я сижу и сижу. А есть хочется. А вылезти из куста боюсь. А потом, как пошли дожди, листва осыпалась, и стал мой куст совсем голый. Я не то что есть, и двигаться не хочу. Один раз открыл глаза, тетка Прасковья стоит. Это что, Сопруниха, что ли? Узнала меня? Сердечная женщина. Тебе-то что? Кто бы ни был, все вынюхать норовит. Зря так-то. Помирать вместе будем. Сынок. Сынок. О, Господи, Боже мой, что же это? Сынок, подожди, не уходи. Слышь, я чист. Я чист перед людьми. Слышь, я в секрете был у Дубового. Это он уговорил меня на старосту. И нам поможешь, и людей спасешь. Слышь, сынок, не враг я нашим. Слышь, я чист. Отец,
хотел тогда? Убить, что ли? Так ведь не убил же и не казнись. Человеком помру теперь, не собакой. Выходи, ликвидация. Пошевеливайся. А ну иди сюда, одноногий. Брось его. Позовите следователя. Поздно, отследовался уже. Как это поздно? Руки! Это поздно? Руки! Эй! Позовите портного! Ну что вам стоит, люди вы или нет? Кому сказал? Давай сюда, следователь. Старика вяжи! Следователя давай! Вяжи его! Кончай! Кончай! Ну! Кончай же! Ты! Все связали. Следователь! Скажи! Я хочу сделать заявление! Гермайор, извините, этот партизан хочет сделать какое-то заявление. Der Partisan möchte eine Erklärung abgeben. Ja, meinetwegen, aber schnell. Освободите людей! Они ни при чем! Also der Partisan, партизан я! Er sei allein schuld. Я выполнял задание отряда! Я убил вашего немца! Все они здесь случайно! Стреляйте меня одного! Also das ist seine Bitte. Was, was, was? Der Ivan will uns wohl auf den Arm nehmen hier, was? Was wird das werden? Spektakel. Der wird ihm jetzt zeigen, was die Butter kostet. Das wird wohl sein. Что дальше? Сделай что-нибудь для них. И это все, гражданин Иванов? Нет, не Иванов. Я Сотников, командир Красной Армии. Родился в 1917 году. Большевик, член партии с 1935 года. По профессии я учитель. С начала войны командовал батареей, пил баскатов. Жаль, что мало. Сотников меня зовут. Борис Андреевич. У меня есть отец, мать, родина. Was, was? Was hat gesagt?
Er erzählt etwas von seinem Vater, von der Mutter, also soweit ich verstanden habe, etwas von seiner Biografie. Герр майор, ничего существенного. Nichts Besonderes. Na, dann ans Werk. Schneller! Господин следователь, одну минуту, господин следователь, вы это вчера говорили, я согласен, согласен, я тут ей-богу ни при чем, вот он подтвердит, я согласен, Коля! Согласен. Коля! Герр майор, еще раз извините, этот парень просится в полицию. Может, оставите его для проверки? Dann überprüft ihn doch meinetwegen. So, jetzt aber voran. Вы согласны вступить в полицию? Так, развязать. Тогда и меня пустите. Я скажу, у кого напряталось вот это. Я скажу, у меня же малый, боженька, как же они? А ну скажи, у кого? У этой, как ее? Дурное болтаешь. Опомнись. Ну у кого? Говори. Так это... Ну? У Федора Бурака, кажись. У какого Бурака? Бурака тут уже нет давно. А ну, думай лучше. Говори! Ну? Ну, я же сказала вам. Гаманюк. Ну, я же сказала! Я же сказала! Агнись! Кайло распустила. Держи ее крепче. Подсобите этому. Ого! Идите! Ну, живее! Не брыкайся! Иди! Ну давай! Aufschließen!
nicht zurückbleiben! Für das Mädel ist der Strang etwas zu kurz. In diesem Zusammenhang, in Varanovice hatte ich mal ein ulkiges Erlebnis. Juden wurden aufgeprüft. Bei einem dicken Itzich-Ristisch-Trippe dreimal. Wir haben uns auch noch nicht gegoogelt vor Lachen. Ich habe überhaupt beobachtet, Galgen haben so etwas Beeindruckendes an sich. Chef Niederwohl, Mala Narodo. Beginnen Sie. Ich verlese das Urteil. Im Namen Großdeutschlands, in Strafsachen gegen die vier Banditen, die der Zersetzungstätigkeit gegen das Großdeutsche Reich angeklagt sind, hat das Feldgericht nach mündlicher Verhandlung für Recht erklärt. Die Angeklagten werden verurteilt, und zwar Sitsch Piotr zum Tode durch den Strang. Okun Avginia zum Tode durch den Strang. Помилуйте! Мейлазья! У меня же дети маленькие! Панучки! Ну, помилуйте глупую бабу! Панучки! Ну, помилуйте! Das Urteil ist sofort zu vollstrecken. Изверги! Стоишь, ну? Я сам. Подержи.
es abrücken. Warum ist der fünfte nicht aufgebaut? Alles abrücken, habe ich gesagt. Noch mehr Bewegung. Herrliches Schauspiel, meine Herren, das sage ich Ihnen. Tja, mit Banditen, da kann man auch nicht anders verfahren. Eine ja, gute Lehre. Das ist wohl so. Daran zweifle ich aber. Ja, ungeheuer lehrreich, auf jeden nein, Fall. Nein, nein, lehrreich ist es auf alle Fälle. Nicht wahr? Und gratuliere, Herr Major. Ja, wie ist es denn, Herr Leutnant? Warum ist denn der fünfte Russe los antreten? Ja, der fünfte mit seiner Tat hat er bestimmt gesucht. Верднак молодец. Возьми. Способный падла. Los, los. Слышь. Чего? Мне примень назад. А? На. Ловко ты его. Как кролика вздернул. Ну ты чему? А ну не отставать! Юда! Юда! Das ist ja noch nicht das Schlimmste. Ja, ja, frieren, glaube ich auch. Kann man alles, kann man alles. Na ja. Ach du Scheiße! Ja, schon wieder, wa? Wo hast du denn das? Was ist denn das? Брат, тварь! Чтоб я ему это разъявил! А ну глядь отсюда! Врежь ему! Померло, да! Вот так, блядь! Чтоб было отсюда! Ну чё вылупился? Валера! Ты чё? А ну пошёл! Längs ausschwärmen! Мир нах! Топай, топай! Слышь, возьми лавку. Василь, погоди. Ну что, was wird da gespielt? Wissen Sie, ich habe einen Gegenvorschlag. Ich habe nämlich eine Flasche Martell. Das ist mein А теперь здесь наберем, здесь псухи. Ну, мах ты, Василий, иди сюда! Возьми вот это вот, выброси. Потом зайдешь ко мне. Есть. Не есть, а я воль. Привыкать надо.
Дайте ходу. Где этот чмур? Да вон там, в сортире. Эй, ты! Ну ты, чмур! Там.